Асфальт у нас исчезает быстрее, чем даже снег. Ямы такие, что даже на машине не проехать. Подвеска, сами понимаете, тоже убивается. Детей подвести к школам тоже невозможно просто так. Либо быстрее, либо как. А где-то дети могут и ноги повредить, как говорится. Как-то примерно так. Я житель просто Магнитки, ну, дороги у нас в ужасном состоянии. Обратились в суд с исковым заявлением для того, чтобы суд обязал администрацию городского округа Первоуральск привести в надлежащее состояние дороги, которые находятся на Магнитке. Это улица Бурильщиков, перекресток Бурильщиков — набережная, улица Декабристов, улица вдоль дома Набережная 7А, от улицы Набережная до дома 42А на улице Добролюбова. Эти дороги находятся в очень плохом состоянии, в плачевном, а так как мы ими пользуемся ежедневно, ими пользуются и автомобилисты, и зачастую и пешеходы, в том числе дети, вынесено было решение, по которому суд отклонил наши исковые требования. Мы, как граждане, не доказали свои убытки от пользования этими дорогами. Поэтому, получается, мы ненадлежащий истец, потому что это прерогатива прокуратуры. Вот. Ну, что мы сделали? Мы, конечно, останавливаться не собираемся. Несмотря на то, что судья не учел, в каком состоянии дороги, и этим он, видимо, не мотивировался, тем не менее, мы собрали еще дополнительные материалы и отправили их в апелляцию.